Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографией. Американский художник литовского происхождения Бен Шан наиболее известен своими работами в стиле социального реализма, своими левыми политическими взглядами и серией лекций, опубликованных под названием «Форма содержания». Я пользуюсь переводной Википедией. Родился в семье еврейских родителей 12 сентября 1898 года в Каунасе, Литва. В 1906 году семья эмигрировала в Соединенные Штаты. Они поселились в Бруклине, штат Нью-Йорк. В 1929-30 годах совместно со своим другом Уокером Эвансом он снимает художественное ателье, где Эванс всерьез заинтересовывает его фотоискусством. Фото принесло ему славу быта писателя, нью-йоркского пролетариата, афроамериканского населения южных штатов и трущоб больших городов. Многие снимки Шана, сделанные на нью-йоркских улицах, послужили ему впоследствии как материал для картины на стенных панно. Мастер использовал также в работе и газетные фотографии. В 1930 году состоялась его первая персональная выставка в Нью-Йорк. Одной из наиболее социально ангажированных была создана в 1931-1932 в старых годах серии из 25 полотен, 23 гуаши и 2 большие картины. Она называлась «Страсти по Сакко и Ванцетти». Эта работа сделала Шана известным в мире искусства. В 1932 году Музей американского искусства Уитни выбирает одну из картин художника для своего первого биеннале. И в том же году он приглашен Нью-Йоркским музеем современного искусства принять участие в организуемой там выставке «Настенной живы». В более позднее время работы Шана принимают участие в выставках современного искусства в немецком городе Касселе, а также на биеннале Венеции в 1954 году. Работа художника находится во многих музеях США, включая художественный музей Уичито. Шан начал свой путь становления художником в Нью-Йорке, где он впервые получил образование литографа. Основным средством работы была яичная темпера, популярная среди соцреалистов. Хотя Шан учился в Нью-Йоркском университете на биологии в 1919 году, в 1921 году он продолжил изучать искусство в городском колледже, а затем в Национальной академии дизайна. После женитьбы вдвоем с женой они путешествовали по Северной Африке, а затем по Европе, где он совершил традиционное паломничество художник. Там он изучал великих европейских художников, таких как Анри Матисс, Рауль Дюфи, Жорж Руссо, Пабло Пикассо и Пауль Клей. 23 картины гуашью, изображающие судебные процессы Сакко и Ванцетти, передали политические проблемы своего времени, отвергнув академические предписания относительно предмета. «Страсть Сакко и Ванцетти» была выставлена в 1932 году и получила признание как публики, так и критиков. Эта серия придала уверенности в развитии своего личного стиля, независимо от стандартов искусства общества. Вот так из переводной Википедии о американском художнике литовского происхождения Бен Шан. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.